Аграры Витебской области намолотили 1 миллион тонн зерня упершыню за апошние 5 годов. На 90% площади убраны збожжевые и зернебобовые культуры. Жнево цалком завершил Пастаўскі район. По 100 тысяч тонн у агульнаобласны каравай додали Витебские и Аршанские районы. Великий уклад зарабили хлеборобы Дубровинского, Верхнядвинского и Аршанского районов. Средняя урожайность по области 31,4 центнера с гектара и перевышая минулогоднюю. Для того, как полностью завершить жнево, необходимо всего 4-5 погодливых дзён. Параллельно аграры працуют на уборце ярового рапсу. Усе районы в области включились у сяўбу азимых культур. Традиционно они дают, как и в этом году, азимые культуры основной вал зерна. Если взять там наши сельхозпредприятия, скажем, передовики по урожайности и по валу сбора, это 72 центнера хотилы, так, это Лариновка 71 центнер, это 60 с небольшим, значит, центнеров Толочинский консервный завод и ряд, порядка 3-4 десятку, которых свыше 45 центнеров урожайности, естественно, основной вал это зерновые культуры азимого клина дают. Так вот, сегодня вся область уже приступила, все районы к севу этой культуры. Должны мы выйти, себе ставим такую планку, чтобы 250 тысяч гектар азимового клина у нас ушел в зимовку. Вот для того, чтобы опять это процентов 60-65 составляло именно зерновые культуры азимы. Наступным этапом для аграрыяў рэгіёна стане уборка кукурузы. Сёлета пасяўныя плошчы под гэтую культуру павялічылі до 104 тысяч гектару. Десятую частку з іх плануюць убраць на зерне, астатнія закласці на корм жывёлі. А про тое, як дастаўся мільён тонн зерня, расскажам у наступных выпусках навін.